Mirza Nader Şah Hasan. Respondagi 5 raundlik bo'lgan bo'yimni kimdir ko'rgan, mashta kimdir ko'rmagan. 5 raund turishganman, necha bo'y berib olgan. Церемонию face to face. Первый боец. Весовая категория 65 килограммов. Уроженец Республики Татарстан. Город Наукат. Мастер спорта по кикбоксингу. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по кикбоксингу. Его тренер Абдураимов Мамир. Профессиональный рекорд в ММА. Три боя. Из них две победы и одно поражение. Спортивный клуб Каплан. Джам Хурбе. Его соперник в красный угол. Он уроженец республики Мастер спорта по боксу. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по кикбоксингу. Он дебютант в ММА. Тренер Джохангир Караваев. Спортивный клуб Андижан ММА. Дилдорбек Нурмата. Андижан поддерживает твоего бойца. Для фотографа. Кто принял? Пожали руки, разошлись. Пожали руки, разошлись. Уроженец Республики Таджикистан, город Душанбе, кандидат мастера спорта по ММА, неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по боксу. Его профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Тренер Сайвалиев Сайвахан. Спортивный клуб «Чемпион» Бабир Мирза Йолдашев. Его соперник «Красный угол». Уроженец Республики Узбекистан, город Андижан. Кандидат мастера спорта по боевому самбо, профессиональный рекорд ММА, он дебютант, тренер Джахангир Караваев, спортивный клуб Андижан ММА. Даниярбек Садыка! Для фотографа позируем. Стойки встали. Стойки позируем для фото. Пожали руки. Уроженец Республики Кыргызстан, город Бишкек. Кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по греко-римской борьбе и кикбоксингу. Он тоже дебютант. Тренер Алиев Берек. Спортивный клуб Тараспорт. Баястан Кучберула. Его соперник, уроженец Республики Узбекистан, город. Профессиональный рекорд ММА. 4 боя. Из них 3 победы и 1 поражение. Чемпион по версии FFC Кыргызстан 2020 года. Абдулазизов Баба.
Patron da burada. Presume in the pole. Следующая весовая категория 77 килограммов. Первый боец «Синий угол», уроженец Республики Кыргызстан. Мастер спорта по ММА, неоднократно чемпион международных и республиканских турниров. Его профессиональный рекорд – 2 боя и 0 побед. Тренер, и он без тренера, Мамирджанов Нурланбегула. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд в ММА. 2 боя, 2 победы и ни одного поражения. Тренер Джахангир Каравай, спортивный клуб СФК. Мамеджанов Мамеджан! И его кличка Мамка! Адиджан, поддержи его. По прозвищу Мамка! Да. Его соперник в данный момент едет, и вот-вот придет. Соперник находится на дороге. Гость, уроженец Республики Казахстан. Мастер спорта по ММА. Арман Самаров! Его соперник. Республика Узбекистан. Город Андижан. Мастер спорта по рукопашному бою. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по рукопашному бою. Профессиональный рекорд в ММА. 12 боев. Из них 10 побед. И 2 поражения. По прозвищу Black Junior. Спортивный клуб Ахмат. Тренер Джиянов Бекзон. Андижан поддерживает. Розенбаев Машенко! Поддержим для хода. Пожали руки. Спасибо, Василий. Удачи. Мастер спорта по грэпплингу. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по грэпплингу. Его профессиональный рекорд в ММА. 6 боев. Из них 5 побед и 1 поражение. Тренер Абдураимов Мамар. Спортивный клуб Кадван. По прозвищу Плататабурс. Нурматов Альсбек. Республика Узбекистан, город Янгель, Ташкентская область. Мастер спорта по грэпплингу. Профессиональный рекорд ММА. 7 боев, из них 5 побед и 2 поражения. Тренер Эльдар Рыскеев, спортивный клуб Old School. Сабиров Шазал! Норма. Пожали руки. Удачи, бойцы. Уроженец Республики Кыргызстан, город Ош, кандидат мастер спорта по вольной борьбе. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по вольной борьбе. Его профессиональный рекорд. Он дебютант, тренер Абдураимов Мамар, спортивный клуб «Ихлас». Азиз Бах! Нормально.
и его соперник. Республика Узбекистан, город Андижан. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд ММА. 4 боя, из них 3 победы и 1 поражение. Его тренер Джахангир Тавбаев. Спортивный клуб Андижан ММА Ганиев. Сейчас. Позируй. Позируй. Фотокамеру позируй. Стой. Следующая весовая категория. Битва титанов тяжеловеса. 120 килограммов. Первый боец уроженец из республики Таджикистан, город Душанбе. Он кандидат мастера спорта по грэпплингу ММА. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров. Дебютант. Тренер Сайволив Сайвоха. Спортивный клуб «Чемпион». Курамбая Сайнабиди. Его соперник — красный угол. Республика Узбекистан, город Андижан. Мастер спорта по рукопашному бою. Дебютант. Тренер Лутпулла и Сайдулла Акбаровы. Спортивный клуб «Бобур Огрунлары». Категория 83 килограмма. Самый главный бой этого турнира. Битва за пояс. Первый боец. Республика Казахстан. Мастер спорта по ММА. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА. Профессиональный рекорд. 1 бой и 1 победа. Тренер Алиев Берей. Спортивный клуб Терраспорт. Жанлас Арманов. Мастер спорта по боевому самбо, по карате и по ММА. Профессиональный рекорд. Тренер Джахангир Тарабаев, спортивный клуб «Андижан ММА» Мирзамата Шахасан. Его соперник едет, и вот-вот уже здесь будет. Соперник на дороге. Капацов. А также любители смешанных единоборств. Главный бой этого турнира. Весовая категория 84 килограмма. Первый боец. Он из Украины. Город Харьков. Мастер спорта по рукопашному бою. Серебряный чемпион Европы. Неоднократный чемпион международных турниров. Чемпион Украины с 2011 года по рукопашному бою. Профессиональный рекорд ММА. 32 профессиональных боя. Из них 22 победы. 10 поражений. И одна ничья по прозвищу Максимус. Савока Максим! Его соперник. Республика Узбекистан, город Андижан. Мастер спорта по джиу-джитсу, по грэпплингу. Двукратный чемпион Азии по ММА, чемпион мира по версии ВФ Global Kazakhstan 2018 года. Чемпион мира по версии Номад ММА Казахстан 2017 года. Его профессиональный рекорд ММА — 35 профессиональных боев. Из них 27 победы, 8 поражений. По прозвищу Black Нурсултан Розыбаев!
Facilmente fotografia. Дорогие друзья, уважаемые гости, короткое объявление. Все бойцы! Ahmadjon Ismatov, sportchi. Savolim Nursultonga. Nursulton, bu jangdan avval siz Rossiyada jang o'tkazishingiz kerak edi, lekin qaysidir sabablarga ko'ra qoldirildi. Shunga aniqlik kiritib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Bu karantin bo'lib, o'tkazilgan bo'ylarimiz hammasi 3-4 ta o'tkaz bo'ldi. Endi Xudo xolasa oxirgi bo'yimizda virus pandemiya sababli chiqarmay qoldik. Uyadan chaqiruv qog'ozlar hamma bo'lib keldi. Endi Afsanli приглашение ham qanaqadir sabablarga ko'ra chiqarmay qoldik. Endi Xudo xolasa birinchi mashg'ul bo'ydan keyin yangi konsert oxirigacha boramiz endi Xudo xolasa keyingilariga. Marhamat, yana savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Navbatdagi savol Shohasan Mirzamatovga. Shohasan, siz so'nggi jangingizni Qozog'istonda yanglishmasam NFC promotionida o'tkazdingiz. Umuman bu promotion bilan shartnomaga egamisiz yoki bitta jangga tuzilganmi? Bu savol siz o'zi qaysi vazn toifasi siz uchun qulay? Yarim o'rta vaznmi yoki o'rta vazn toifasi? Yarim o'rta vazn. Ma'lum. Nursulton raqibiga savol. Maksim, как ты оцениваешь этот бой и готов ли ты к бою с Нурсултаном? Ассаляму алейкум, Узбекистан. Рад вас приветствовать всех. Спасибо, что все пришли на этот турнир. Благодарен каждому из вас, что вы пришли именно, выбрали минуту этого времени. Вот. Хочу нормально показать бой. И одно хочу сказать, что пускай победит сильнейший. Алексей Олейник, ты же карандаш массу Ну, ты не родственник, а Олейник. Не родственник? Похож. Ну, похож. Спасибо. Они тебя чем до этого сравнивают? Похож. Честно сказать, похож. Слава Олегу Джохан Греге. Сызы асоси шагут дадис, шу шага самызда ватта ватта джан Авлия Хан. Шу болнан орнына басады гэнэ шагутна чипаттым, яш Авлия Bu arada çıkıyordu, bu hafta sağlık yaptı. Kişkin olup kaldı. Hatta o yüzden kamera yüzüne geldi. Hemen sonunda zannediyorlar bu. Bu da oldu. Genç ergen, kıymetliyle kürtü kaldı. Özür dilerim, şu çizden beri kumaya kıyretken çok hasan bilen bu kurtanı. Bu, bana bu sabahlarda teşkil edilirkenle geri ahmet, bu üçüncü ane hareket edilirken bir kendi kursan kılı oladı bu balda, kendi tergerliği, kendi nasırı nasıl, kendi ona kadar hazır, işten kadar bu balda bana, üçüncü adam bir vuruşmadı, biri bir yer bir boy görmedi, kendi gittik tergerliği bulardı, ben biraz şu kanaka tergerliği gördü, kendi ona kadar doldu biraz şimdi, ayrıca düzüde kursan kılı oladı, dedi ki yaş kıyafeti ben, daha orası borup balet kılardı. Memnun oluyorum, cancilerimiz şu pandemiye davranıyorum, hemen spor formasını yok atmayacağım. Shohasanam, Nursultonam, boshqa jangchilarimizdan. Xudo xolasa yaxshi natija. Demoqchiman, biz Andijon viloyati sportchilari, umumiy sportchilari dunyo arenalarida Xudo xolasa yaxshi o'rinlar oladi. Tan joyimiz yo'q. Qisqasi. Marhamat, sizga savol, bu turnir an'anaviy bo'lib qoladimi? Keyingi yil, undan keyingi yil
o'yinlaringni o'tkazdingmi? Shu yil bo'ldi. Endi xudo xolasa, xudo xolasa bu birinchisi emas, boshlanishi, birinchi qadamimiz. Xudo xolasa bizni shu raisimiz Andijon viloyat hokimimiz bo'ladi, Shuhratbek Qo'sharboyevich o'zi yaxshi ko'radi bu sportni. Sportchilarimizni qani bo'lishdan qat'iy nazar so'rab turadi. Natijalarini, sog'lig'larini so'rab turadi. Xudo xolasa an'anaviy bo'lib qoladi. Shu yana planimiz bor. Sharqonda musobaqa o'tkazmoqchimiz. Keyin shu tumanlarimizda xudo xolasa an'anaviy bo'lib qoladi. Ham prof, professional ham dubitel musobaqalar bo'ladi. Xalaskor musobaqalar. Sulton akam, akam, Shohasan akam. Qancha raund bo'ladi deb o'ylaysizlar? Biz faqat sizlardan nokdaun kutib qolamiz, to'g'risi. Necha raund bo'lishi mumkin? Biz endi shunga qiziqyapmiz. Sinovli bo'lkedechi, bizdagilar bu sport. Bu yerga kelgan sportchilar ham ko'ryapsizlar. Ularni qaynagan, yutgani kelgan. Umidim katta, biz sportchilar formada. Xudo xolasa g'alaba qozonamiz. Imenni kimgadir bo'lsa, imenni savol beringlar. Bolancha aka, Pistoncha aka bo'lmasin. Imenni kimgadir. Savol. Savolim. Xo'p, marhamat. Nursulton akaga savolim. Nursulton aka, o'zingiz bilasizki, juda ko'p sportsmenlar reketiga qarab urushadi. Nimaga siz juda ko'p sapeninglarda 3 4 5 2 3 aqnaqa sapeninglar urushadi? Chunki o'zingiz reketingiz bilan bog'liq bir yomon sapeninglar bilan izlashadi. Ko'rsangiz bo'lmaydi. Savolingizga rahmat katta. Bu yerda sportsmenlar aytsa, birovning kuchli, birovning kuchsizligi bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan 10-0 bola bilan urushsangiz ham, yangi bola bilan urushsangiz ham, fayda turishganmi, Ahmad turishganmi, Esiya turishganmi, boshqa organizatsiyalar turishganmi, kerak bo'lsa 4 kunda 2 tadan urushganmi, bir oyda 4 ta urushganmi, 2 oyda 8 turishganmi. Odamlar bitta urushadi, 4 oy 5 oy dam oladi. Bu birinchidan, ikkinchidan oz bitta bo'yni eslayman. Qirg'izistondagi 5 raundli bo'lgan bo'yimni kimdir ko'rgan, mashta kimdir ko'rmagan. 5 raund turishganman, necha bo'y berib olgan. Shuncha 10 turishgan, 11 bo'lardi. Yaxshi eslasanglar, Artyom Reznik bor, Artyom Kazbarov degan bor, ikkalasi ham nokaut bo'lgan. Bular bittasi 9-1 edi. Hozir bittasi Yusuf Raisovga yutib ham kuchayib ketdi. Ashib aytdi ham 15-dan 16 turishgan edi. Shularni ham yutib chiqib, kamar zashat qilishim kerak edi. Qirg'izistonda vetda 84 kiloda bo'lganman. Sabrimdagim 5 turishgan, 2 tutgan, 3 tutgan edi. Bu degani minusda degani, 2-3 degani. Shu bolalar meni 5 raund turishadi kim aytgan? Shuncha 9-1 bolalar yutganman, boshqa qilganman, 2-3 bolani nimaga men 1 minutda yo 1.5 minutda bo'lmasa 2 raund yutib qo'ymaganman. 5 raund turishganman. Erta balivaga tushib qolishimga hamcha qolgan, balkim tuz bo'lishimga hamcha qolgan, oyog'im ham singan, tepa urib o'tmagan. Bu yerda sportsmenning kuchligi, kuchsizligi bo'lmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan bu sport. Hozir chiqib, musobaqaga chiqqandan keyin stoyga o'tirib, boshqa 10 ta par urishyapmiz. Hech kim yutqizolmaydi, demaydi. Ey, bo'lib ham hamma, o'rtacha olib qarasak, O'zbekistondagi sportsmenlar hammasi kuchli, chiqib turib, ertaga kim biladi, rastavisa qilib yutaman, men 100% yutaman deb chiqib, bitta dona o'tkazib yuborib, nokaut bo'lib qolsa, yo balivaga yutib qolsa bilmagan holatda. Bizni o'zbeklarda, bizni o'zbeklar emas, odamzodda shunaqa gap borki, agar yutib qo'ysangiz, sizlarning bolani yutdi deydi. Yutqizib qo'ysangiz, bu turnovka qilmagan ekan deydi. Bunaqa narsa bor. Bu yerda hamma turnovka qiladi. Kimdir nomi pulmul shetdan topadi. Tirikchiligi shundan. Biz hayotimizni shunga berdikmi, почти 40-dan oshib bo'yurishdik. Xudoga shukr, ozmi ko'pmi, taniganlar bor, muxlisimiz bor, boshqa bor. Boshqa sportsmenlarga ham hammasida shunaqa tanish muxlislari, fanatlari bo'ladi. Bu deganim reytingga qarab, boshqaga qarab emas. Xo'p, hozir kuchli bolalar bilan urushib, o'zimdan kuchlilar bilan urushib yutqizib qo'ysam, UFC'ga Bellator'ga nimaga chiqmayapsiz deyishadi. U yutqizib olgandan keyin kim oladi UFC'ga Bellator'ga sizni? Hozir qanday bo'lyapti? Hamma o'zini urug'i bilan teng bilan urushib 4-ta 5-ta pobeda qilgandan keyin любой joyga organizatsiyaga tashlasa, shu organizatsiya kontrakt beryapti. Shuning uchun odamlar gapiga hozir bundan buyog'iga ham e'tibor berish niyatim ham yo'q.
Doğalası uzunlu doğru yolunda planlar koyacağımız 2021 yıl nasip olsa Doğalası şu 3-4'te, 2'te, 3'te pavyada patriot kılıp Yasir Hoca'ya geçiş niyatımız var Doğalası. Kafir isanız yan, yakınlar dedi, aksiyon olasın. Ahmet. Bakın.